Накануне на торжественном мероприятии свои первые погоны получила Кристина Лукша, инспектор в закреплении таможенного поста Брест-ТЛЦ. Девушка только начала свой профессиональный путь, но уже успела проникнуться уважением к выбранной профессии. Вот уже месяц она постигает тонкости работы на Брестской таможне. По словам Кристины, работа местами сложная, но интересная. Очень помогают более опытные коллеги, да и чуткий руководитель отдела никогда не оставит в беде. Очень важный и волнительный для меня день. Считаю, что это такой момент, можно сказать, как бы, который происходит для меня впервые. Очень рада, потому что наконец-то смогу принести пользу родине и проявить себя в такой интересной профессии. Я заинтересовалась данным направлением, ну, получается, когда передо мной пал выбор, получается, выбора профессии. И меня заинтересовало то, что в данном направлении происходит защита прав страны, получается, защита интересов государства. И считаю, что это очень важно. Сегодня к работе в таможенных органах присоединилось 19 новобранцев, и каждый из них готов качественно выполнять свою работу, тем более, если в начале их профессионального пути поддерживают опытные сотрудники. Одна из таких, кто работает не первый год, Вера Базака. Когда-то 8 лет назад девушка сделала осознанный выбор, а уже сегодня она может поделиться наработанным опытом с новыми сотрудниками. Сделанный выбор 8 лет назад, а именно поступление на специальность таможенное дело в Белорусский государственный университет транспорта был сделан не случайно, сделан выбор был осознанно, и я с уверенностью шла на эту службу и с гордостью люблю свою Брестскую таможню. Безусловно, получение первых погон – это очень трепетное волнение. Но когда ты получаешь уже персональное звание выше, а именно инспектора таможенной службы первого ранга, чувствуешь еще большую ответственность, которая на тебя возлагается. Всего 46 представителей таможни получили погоны с персональными званиями инспекторов таможенной службы различных рангов. Да, работа эта сложная, требует внимательности и самоотдачи, но тем не менее молодые люди делают выбор в пользу именно этой профессии. Количество молодых кадров в Брестской таможне тому подтверждение. 19 молодых наших уже полноценных коллег получили свое первичное персональное звание. Это ребята, которые закончили ведущие вузы нашей страны. Они уже действительно большие молодцы. Они прошли серьезный профессиональный отбор, чтобы попасть к нам в таможенные органы. Безусловно, мы ими гордимся и в обиду их не дадим. Молодые ребята, которые приходят на службу, они обладают рядом уже получивших качеств. Это и порядочность, это и целеустремленность, это и умение работать в команде, умение работать в коллективе. Уже скоро, 20 сентября, для молодых представителей таможни пройдет еще одно не менее важное мероприятие – принятие присяги, которое состоится на священной земле Брестской крепости.